USDS Waiting 2. Когда я первый раз увидел эти ролики на фото, я не был впечатлен. Но после того, как ты увидишь их вживую, ситуация кардинально меняется. Начнем с ботинка. Пластик здесь нереально жесткий. И гнется он только в части со шнурками. Ролики получили уникальный дизайн за счет того, что каф и солплейт разработаны специально под эту модель. Переходим к внутреннику, он здесь очень хороший. Сверху язычок кажется слишком широким, но его можно заправить, и при этом он не будет давить на стопу. За счет того, что он объемный, шнурки можно смело затягивать. Конкретно данная модель имеет размер 44, но на моем 45-м сидит идеально. Если вам захочется, вы можете поставить более пухлый валенок. В родном же идет подошва, которая не будет скользить внутри ботинка. Под ним находится прокладка из непонятного материала. Что-то среднее между пластиком и резиной. И под ним антишок, наличие которого не может не радовать. Сам валенок выглядит очень просто и надежно. В передней части у него есть резинка, чтобы он не давил на пальцы, а растягивался под длину ноги. При этом отсутствует резинка, которая притягивает язычок к пятке. Это значит, что после катания ролики будут сохнуть гораздо быстрее. Фиксация ноги в ролике не экстремальная, но ее вполне достаточно. Бакли хорошо открываются и закрываются. Кстати, на Power Slide Swell они такие же. Стопу фиксируют только шнурки. Когда их затягиваешь, они отлично держатся и не проскальзывают через люверсы. Единственное, снимать из-за этого их не очень просто. Приходится подковыривать их, но для агрессивщиков это вообще не проблема. И да, они развязываются. Но этого можно избежать, просто завязав их таким способом. Гнутся более-менее нормально. В отличие от карбон серии, каф здесь более высокий и поддержка сверху лучше. Например, похожая у USD 7. При этом вперед нога может ходить свободно. За счет того, что фиксация сверху довольно-таки хорошая, вы сможете без проблем поставить себе раму Power Blazing и успешно на ней кататься. На моих роликах рама Kaiser Fluid 4, а колеса Undercover T-Rex. А вообще они предназначаются для Kaiser Fluid 3, там где 4 колеса, а не антирокеры. Переходим к самой интересной части, солплейтам. Ширина обычная, не сильно широкая. На грани того, что попадать удобно, но ты не цепляешься ими при катании. Скольжение на них, по впечатлениям оно хорошее, теперь страха, что меня застопорит, значительно меньше. Soulplate очень массивный, и в нем есть выемки для парафина, чтобы скольжение было более быстрым. Кстати, он крепится 6 болтами. А это значит, если вы будете менять раму, что очень популярно сейчас, вам не придется долго с этим возиться. Еще это придает конструкции большей жесткости, а значит, можно полностью сконцентрироваться на скольжении. И да, звук при приземлении приятный. От немцев уже и ожидать не стоит плохого продукта. С недавнего времени они начали подходить ко всему настолько серьезно и ответственно, что любой косяк сразу же исправляется. Самое крутое в этой модели, что их не нужно разнашивать. Сразу надеваешь и ничего не давит. При этом они узкие и аккуратные. В общем, я очень доволен. Если вы хотите купить агрессивные ролики, вы сможете сделать это на сайте agvshop.com.ua. Ссылка в описании. Подписываемся, ставим лайки, дизлайки. Пока.